Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием этих работ по книге «Великие музеи мира. Нагрудное украшение с крылатым скарабеем». Долина царей, гробница Тутанхамона, 18-я династия, 1333-1323 годы до нашей эры. Золото, серебро, лазурит, сердолик, кальций, обсидиан, бирюза. Высота 14, ширина 14 сантиметров. В центре композиции священный жук-скарабей, показанный с крыльями сокола, тело которого выполнено из полупрозрачного халцедона, придающего насекомому мистический оттенок. В нижних лапах жука символы вечности, букеты лотосов и цветков папируса, считавшихся символами возрождения. Передними лапами он поддерживает солнечную ладью, в центре которой священный глаз Хора, Уджад, который, согласно мифологии, Хор повредил в битве с богом зла Сетухом, и который впоследствии был восстановлен богом Тотом. Здоровый глаз Уджад был символом воскрешения и очень часто изображался на различных типах памятников. Над священным глазом показаны солнечный диск и полумесяц. Внутри диск фараон, окруженный богами Тодом и Ра-Харахтом, благословляющим его. Около обоих концов ладьи кобры-защитницы с солнечным диском на головах. Обрамляют композицию две кобры, показанные в профиль. Их хвосты плавно переходят в крылья сокола. Ниже тонко выполненный декор из кружков, золотых ободков, вставленными в них камнями. Завершает композицию изящная кайма из цветов лотоса и папируса, между которыми симметрично располагаются маленькие круглые плоскости синего цвета с золотыми вставками. Ну, вот такое описание к работе «Нагрудное украшение с крылатым скарабеем. Долина царей, гробница Тутанхамона». Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.